это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Я ФРС орал настолько, сколько бабушка. Поставил графику, да, сука, то есть максимальную графику во всех компьютерных играх, пасеке, да. Хочу сказать, что это действительно мастер, да. Максимальную графику поставил, испытал киберпанк, да. Но у меня компьютер начал греться прям горячим, я быстро выключил. Зачем долго играть киберпанк, смысл? Итак, смотря, RDR 2 на максимум плюс DLSS. Все, то есть максимально, пасохи, смотрите. Видеокарта ранее, все. Radeon Turbo Diesel, да, турбина, видеокарта, маска, то есть, ну, самая передовая, сука. Пасек Сережка, молодец, под пиво Андрей мне посоветовал. Ой, сейчас я запускаю, у меня все плавно, я вижу загрузку процессора всего лишь 85%. Но это прекрасно, потому что игра самая мощная. Итак, смотря, 15% жесть, свобод жесть, то есть макси жесть, то есть макси жесть. Итак, смотрите, ребята, на ваших экранах Radeon работает, мастер, да, Radeon на все мощности работает, жесть. Я купил Radeon на Warovade на датике Зяго, да. Вот тебе и пожалуйста, можете наблюдать картинку теперь, масса. Посмотрите картинку, как будто челмак настоящий, это масса. Да, как будто ты не играешь, а там находишься, это жесть. Это просто масса, да. Нет, ты посмотри внимательно, брат. Смотря. Не, ну просто обрати внимание, это же мастер. Реально, ля. И всего лишь надо было добавить оперативки 2 гигабута. Это же мастер, если мастер. Вот так вот у меня сейчас система моя отображает мегапиксели. Вот, смотри, Маслори, что скажешь насчет этого? Что ты вот вообще скажешь? Да. Сейчас вот рабочий процесс идет. У меня полностью компьютер на максимум, жесть. Значит, ЦП, да, цепулечка, да, 28, маска, да. Почему качество изображения такое говно и FPS? Говно это ты, Radeon, ты же сменил Ryzen вот. Чине? Да. Хотя на что не поменяй, проблема не в железе, проблема в стримере, да, который да, показывает лоханский да. попуск. Да. Самый лучший стример перед вами, это я. Позвони, пожалуйста. А, да, денег и так больше нужно. Бля! Да и позвони уж. Пацаны, сейчас, подождите. Сейчас, я быстренько. Валер, сейчас. Ты, конечно, человек с умом. Везде найдешь пользу. Да. Мало того, что гараж построил и утеплил, так еще и новый процессор купил, да, который да. будет греть весь дом. Да. Глянь, там уже больше 100 градусов. Ага. Твоя голова сколько градусов, девочка? Гага-га-га-га-га, представили лицо этого глэка. Купил проц, на котором донаты тормозят. Ха-га-га-га, коза-за-за-за, тебя обманули, продали проц БУ, ахахахахага-галашару. И сегодня будет что-то интересное, а на стриме, или можно уходить? Да, сейчас будет, Dota 2, буду, это компендиум, будет, как интересно, компендиум купить, и посмотреть, как у меня тебя в рейтинге. Дися, ебало к осмотру. Когда понимаешь, что твой процессор разгоняется до 100 градусов в два раза быстрее, чем твой двухлитровый бумер до 100 километров. Я комп кипяток, пацаны, я печку себе поставил. Он у меня кипяток весь, коробок. Ну, железный коробок с него, кипяток прям горяченький такой, градусов 50, наверное, тварь. Пойду играть в Симпсоны. Да. А как я буду киберпанки трахаться, жесть? С ангелом осуждаю я. А давай попробуем, а чё мы? Давай попробуем киберпанк на максимум уже. Да. Итак, киберпанк на 100% графике, ультра. Must have. Да. Итак, графика. 2К must have изображусь. Так, смотря, DLSS сбалансировано. Я всегда во всем баланс ищу. Включено, сука, высокое, сука, максимум, впечатляющее, must have. Качество графики масса. Можно поставить еще невероятное отражение, это будет масса. Да, смотря, высокое, все включено, невероятное освещение с дрессировкой лучей масса. Девера, все масса.
Все, пасать, это максимум, что можно взять из киберпанка. Все, пожалуйста. Дед, это нормально для компа. Значит, охлаждение высокие, тепло отводит правильно. А, ну значит, все правильно, Сережа трубу там припаял пластиковую. Не понял. Мы не к тому, по-моему, подошли, а. Слышите? Пошел на ко мне, тёлочка. Даша. Да, Даша, что там? Что там, малыш? Ну все, девочки, давайте без каких-то стеснений, блядь. Не кто? Я никого не бил, да? О боже, у этой женщины аппаратуры на миллион рублей. Да? Она все еще не может сделать так, чтобы игра была чуть тише, а голос чуть громче. Да, так всегда. Это просто криворукая женатая колхозанка. Только кроме этого пидораса, этого кричать, он не мужчина. Я срал на него. Трич ТВ, я твой канал срал. Понял? Мразь. Дед, как относишься к игре Elden Ring? Я просто играю в нее и очень нравится. Послушай голосовой донат. Там деда, слушай, у меня аудиозапись. Послушай есть, голосовой донат. Да, тебе послушай. Вот прикольная. Здорово. Можно ты будешь во что? Матери твоей привет передать. Страдать. Сколько можно уже? Здорово. Писарь пожилой собака. Точка. Матери плюс в чат, привет, если передать? Пожилой топир уже заколебал со своим экселем. Здорово. Матери твоей привет передать. Мишонка. Здорово. Матери твоей привет передать. Ха, бля. Здорово. Мишонка. А, женатик. Да пошел ты. Это брат. Да, пацаны, я нашел дыру в геодате киберпанка за 5000 рублей. Это бред. Смотрите, пацаки, они просто в воздухе. Да. И за это я заплатил пятак, сука. Чтобы это терпеть. Да-да, 40 ФРС, да-да, Маслори, да-да. А ничего, что у меня 240? Ничего, да, Маслин? У меня ФРСов больше, чем у тебя, Маслори, понял? Платформы только что запустили. У тебя нет всего ФРС, а у меня есть, понятно? Боевые дроны. И еще я заметил на трактора в униформе Арасаки. У меня количество ФРС зашкалит. Ладно, я готова. У меня ФРС ровно столько, сколько бабло стало. О боже, два самолета прилетело. Да, мое тело задрожало. Когда тёлка молодая, на моем пульте сломала. Твою ж мать! О боже, сейчас бы я с ней не стала сидеть. Ну что же, любить или ненавидеть? Когда я ее вижу, я читаю про нее мемуары, потому что она мне обосрала писсуары. О боже, у меня собачья кожа. Ну что же, блядь, мама, мама, я иду диаграмму, сука, панораму поломал. Криминал, меня убили, опять я упал, я встал. Я хотел бы стать вашим мужем. Вы классно. Он главный. Вы так классно. А почему? Вы так классно водите транспорт. Дед, то есть ты хочешь сказать, что ты находишь себе девушку сейчас в видеоигре? Малыш. Ну, то есть в интернете. Да пошел ты на! Чему? Зайка, не хочешь с нами покататься? Ты классная. Зайка, давай. Ты где работаешь? Малышка. Так мы тебе дадим. Может, мы с тобой вместе будем работать, так сказать. Ты очень классная, я бы хотел, чтобы ты стала моей девушкой. Да. У меня уже есть жена. В смысле, откуда? Не понял. Бля, какая. Здравствуйте, принцесса. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Малышка, ты не хочешь стать моей женой, Маска? Ты мне очень понравился. А, у меня с ней было, у нее вульва раздручена. У меня муж есть. В смысле? Так разведешься, ничего страшного. Разведись по-быстренькому, я жду. Поехали на... значит, Эмик Бласкес, это моя девушка, чтоб все знали, да? Дед, а ты бы какой сделал, а фильмы когда будем смотреть? Твоя, я тебе сказала. Понял? Ты, сука, если тебе что-то не нравится... Ты мне сказала? Подожди. Я тебе сказала... Ля-ля! Роллс-Ролс, ля! А есть тут такое что-то бронированное? Ля! Здравия желаю, товарищи военнослужащие, здравия желаю. Да. Здравия желаю. Как у вас вообще обстановка? Здравия желаю. Да, понюхал. О-о-о.
Генерал прибыл. На, чинчину, Панюка. На, чинчина. Чем пахнет чинчина? А, чапка. Из машины выходим, из машины Боже, да что за бред, ребята, да брат, сука, заходил, братишка заходил. Да, вы имеете право на телефонный звонок и на адвокат. Ребята, это да, я чё? Играл, можете отпустить, пожалуйста, это я нарушил правила. Видите, это он вы играл, имеете... брат не знал правила. Я дал ему попробовать на машине покататься, он начал кататься, заехал туда, куда надо. Скажи, да, брат, это же ты, блин, зачем ты подставил меня? Да, это я, блин, пацаны, мальчики. Отпустите, пожалуйста, это слышите, я. Вызовите полицию у этого, посадить это больного психа. Это я, блин, был. У него какое-то раздвоение личности. Не надо, мой брат, блин, пацаны. Да. А, сотрудник, у вас запись от ПТО имеется задержание? А мне флешечку дали какую-то поддельную, походу. Да и записи не имеется. Фальшивка не имеется. Все, давайте. Все, вот бам. Тогда согласно процессуальному кодексу, как верховный судья, я выношу вердикт, который не будет оспариваться, то что гражданин будет свободен на основании того, что не имеется никаких доказательств на его задержание. Соответственно, задержание незаконно согласно прецеденту председателя Верховного суда. Сейчас мы тебя выпустим, дед, не переживай. Верховный все суд, да, это я. Сейчас, сейчас. Красный. Господи помилуй, спасибо.